Привет, жена. Привет. А че ты мне так разоделся? А ничего. Я теперь директор. Директор? А че, поприлично ты ничего не мог одеть? Так я и так более чем прилично одет. Да я что-то вон про обувь. Блин, дурак. А я думаю, че они сегодня все ржут надо мной? Ой, дорогая. Че? Я хотел тебе сказать спасибо за вчерашний вечер. Какой еще вечер? Я вчера у родителей ночевал. Ну вот за это и спасибо тебе. Ты что, охренел что ли? Ты что тут делал? А? Ничего. Просто отдыхал. Смотри у меня. Отдыхал. Да, слушаю. Геночка, скажи мне, лежит. Оксан, я сплю. Ну что ты спишь-то все время? Спит и спит. Ну потому что у нас разница во времени. Какая разница? 9 лет не такая уж и большая разница. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ё-моё. Пока. На, держаться. Че это ты? А массажик мне сделай. Не хочу. Ну я тебя вчера же целый час массажировал. Промял тебя как следует. Ты мне тоже обещала сегодня. Ну давай, пошли. Ну что делать-то? Что же делать-то? Леночка, а что такое случилось? Да представляешь, вот целая куча проблем. И так все разом навалились вот прям в один момент какой-то. Ну ты не переживай, я буду с тобой рядом, пока весь этот кошмар не закончится. Да ты знаешь, что вся эта хрень только из-за тебя и происходит. Да?